19-летний студент Марк Семенов готовил трюк на протяжении месяца и за 2 недели до рискованного полета анонсировал его на своей странице в Инстаграм. Впрочем, подписчики посчитали это попыткой хайпа, а родители и вовсе были не в курсе опасного эксперимента. По словам студента «Уралгуфк», велоэкстримом он занимается уже 7 лет, не раз совершал прыжки с трамплина. Но перелететь 6-метровую пропасть решился впервые. В течение месяца Марк тренировался на земле, однако сейчас признается, что на краю крыши ему действительно было страшно.